Ой, я смотрю, кто-то вчера перетренировался. Болит? Самый простой способ снять боль – это сделать растяжку. Пойдем покажу. Прижми ступни к полу, а руками потянись к потолку, насколько сможешь. Продержись в этом положении 10 секунд. Не отрывай ноги от коврика. Тянись вверх изо всех сил. Не меняя положение, слегка наклонись вправо, до тех пор, пока не почувствуешь, как натянулась левая сторона. А теперь в другую сторону. Боли быть не должно. Почувствуй легкую растяжку. Снова выпрямись и потянись ребрами к потолку. Пока верхняя часть туловища стремится вверх, руками опускай нижнюю часть к полу, как бы растягивая себя в разные стороны. Округли руки, наклоняй торс влево. Пусть правая рука останется вверху и наклоняется за туловищем, а левая будет внизу и стремится вправо. Сделай то же самое в другую сторону. Отлично! Впереди последнее упражнение. Опусти руки и плечи, выпрями спину. Делай легкие покачивания торсом в одну и в другую сторону. Не сгибай колени и делай все упражнения плавно.